Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в интервью ямальским журналистам рассказал об основных приоритетах жилищной политики в округе. По словам главы региона, в округе запланирована большая программа развития. Если еще 3 года назад о больших стройках говорили как о планах, и у людей было к этому настороженное отношение, то сегодня жители Ямала видят результат. Сейчас строительство идет во многих уголках автономного округа. Начинается стройка социальных объектов, поликлиники, школы, уже открылись детские сады. Я считаю, что мы опаздываем. Это надо было сделать вчера. И тогда бы сегодня не было такой ситуации с ценами на жилье, да, когда приезжают новые специалисты под новые перспективные проекты. Рынок – это спрос и предложение. Предложения мало, цены возрастают. Появляется какая-то такая парадоксальная ситуация, что в наших городах уже цены почти как столичные. Они не могут стоить ничего, да, но и это уже явно перегрев. Что надо делать? Конечно, нужно строить больше, 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 создавать это опережающее развитие. Губернатор выразил уверенность, что наращивание объемов строительства точно стабилизирует рынок недвижимости, а где-то сильный перегрев цен на жилье уйдет вниз. Вот моя задача и задача всей команды – формировать долгосрочные условия рынка, чтобы строители видели, мы сейчас эту работу начали, что в 2022, 2023, 2024 году на руках у людей будет такое-то количество даже мер господдержки. Помимо того, что они сами молодцы, трудятся и зарабатывают, откапливают, что-то накапливают, только наших мер поддержки будет такое-то количество. Это все измеряется в сотнях, а в крупных городах в миллиардах рублей в год. То, что потенциально может прийти на жилищный рынок. Соответственно, если строители это видят, они верят в то, что спрос будет, они сегодня решаются, вот как раз этот 3-5-летний цикл, они сегодня решаются, вкладывают в будущие проекты, и мы получаем рост жилищного строительства. Это точно стабилизирует рынок, а где-то, я думаю, где сильный перегрев, чуть-чуть уйдет вниз. Есть способы, как это сделать.